Каждый год 13 января они приглашают на концерт. Традиция у них такая. И этой старо-новогодней традиции в школе «Алые паруса» уже 9 лет. Все началось с небольших выступлений в Знаменском храме, а теперь и целого концертного зала мало. У нас отдельно концерт проходит младших хоров девочек. Это мы вас приглашаем в феврале. «Февральские вечера» называется. А сегодня мы в составе 5 хоров. А всего у нас состав 7 хоров. Они все сегодня выступают. 5 хоров, почти 200 учеников, участники концерта. Дирижеры и концертмейстеры – лауреаты международных конкурсов. Впрочем, и ученики не отстают. Вместе с чемпионом Европейских хоровых игр 2018 концертным хором девочек пел весь зал. Но рядом с этими детьми работают очень ответственные, добросовестные педагоги, которые отдают нашим детям свои сердца, все свое умение, вкладывают в них душу. Поэтому мы имеем то, что мы имеем, самых чудесных, самых прекрасных, самых культурных и самых развитых детишек. В программе рождественского концерта отборная классика. Подборку ежегодно уже с февраля начинает заслуженный работник культуры Елена Волозина. На слова Фета или на ноты Баха, Моцарта или Дунаевского. Чилийская народная, под орган или фортепиано. В программу 2019 попали произведения о Рождестве, новогоднем настроении и зимней сказке. Чтобы чем-то удивить, чем-то порадовать, чтобы как-то вот этот праздник... Он был настоящий. Это праздник любви, света и добра. Поэтому мы ищем музыку, которая передает это состояние. Новый 2019 для хоровой школы «Алые паруса» юбилейный. Ей исполняется 45 лет. А это значит, что этот год принесет не одну яркую встречу с прекрасным и талантами Красногорской музыкальной кузницы.